Друзья, всем привет. Возвращаясь из города Павловска домой, я решил заехать в Ломовской природный ландшафтный парк. Давно хотел заехать и посмотреть, что здесь. Ну что, вот так вот выглядит подъезд. Я так думаю, камни такие стоят. Дорога вот такая, засыпанная гравием. Большие волны какие-то, песчаники. Красиво. Ну а где заезд, я не знаю. Едем прямо. Дорога, конечно, не очень. Примерно 4 километра от трассы проехали. Композиции. Пруд или озеро есть. Сейчас подъедем, узнаем. Вот. Ломы. Вот, друзья, какая-то бряшка. Сказали, там где-то столовая, там где-то офис. Сейчас пойдем посмотрим. Домик 1000 рублей в сутки. Вот такой вот. Такие домики, сделанные под старину. Детская площадка. Вот большой, на той стороне тоже там какой-то композиции. Но я не знаю, как туда пройти. И там что-то есть. Туря огромная. Пойдемте сюда посмотрим. Такой водоем. Водоем большой. Но я не знаю, как туда пройти. Там мостик есть, и там мостик есть. Здесь, наверное, пляж купается. Место есть. Есть указатели, беседка. Медицинский пост, спасательный пост. Ну, территория, конечно, огромная. Буду гулять и гулять. Мы, наверное, все не пройдем. Такая вот роза ветров. Вот какой. Вот такой шалаш. Крыши из соломы. Тут посмотрим внутри. Камень гранитный. Здесь какие-то мышь летучая какая-то. Все из дерева, из металла. А вот еще день суслика какой-то. Посмотрим, что это. Какой-то лабиринт. Качели. Ух, сколько качелей. Красиво. Вот это да.
Вот тропинка. Ну-ка проверим. О, как тут хорошо. Вообще обалденно. Шикарно. Прохладно. Класс. Так можно сделать красиво из палок, кто бы подумал. И тень такая. Да, красота. Можно отдохнуть, приехать. 1000 рублей в сутки. Домик недорог. Освещение есть везде, фонарики. Следующая какая-то композиция. Ну, какая-то скамеечка заросла. Я думаю, покосит еще травку. Пойдемте дальше. Так, здесь. А здесь тоже скамеечка отдыхать. Ну, как-то на ту сторону перебираются. Там тоже какие-то композиции. Мы не пойдем, наверное, туда. Это очень далеко, я вижу. Здесь пройдем сейчас все. Ну, друзья, смотрите, какая с подсветкой. Прям тротуарчик так красивый. Рыбаки тут есть. А вон куда объезжают все. Там, наверное, на машине можно было объехать. Вот какая-то композиция. И вот. Из дерева стена какая-то. Красиво. Просто, но красиво. Сейчас отойду и покажу вам. Так, дальше идем. Камень прям посреди дороги. Можно споткнуться вечером. Хотя подсветка везде есть. Вот тут дорога есть. Наверное, можно было объехать. Пойдемте дальше. Я там видел беседку уже. Вон какая-то на воде прям. Там на воде колесо. Да. Она привязана. Вокруг можно туда попасть, прогуляться. Там мы с вами были. Пляж. Ну, наверное, не пойдем. Далеко. Такое здание. В ломах масло бьем. Свободнее. Маслобойня. Производственное оборудование 1900 осталось наследство помещика Бутаева. Восстановлен винил в эксплуатацию. Экологическая тропа, бобровые плотины, дикие животные.
домашние животные, реликтовые травы, маслобойня, погреб, бортническая пасека, ясеновая роща, канатная дорога, родник, дубовая роща, прогулка по дубовой роще. Такая вот каменная стена. Камни сложены без раствора. Мужчина складывает. Длинная стена. Так выглядит. Написано. Стоянка для автомобилей. Домики какие-то. 1000 рублей есть. 2,5 гостиница. Номер. Комфортабельный домик. 5000. Питание. Заказываешь. Парковых объектов. Мы с вами не везде побывали. Плотина. В принципе, красиво. Отдохнуть можно. И купание, и шашлыки. Покажу вам еще камни. Ну, какие валуны-то выставили. Блин, валуны большие. По два. Ну, оригинально, красиво. Там, ну, вообще какой-то один большой-большой. Вот это, наверное, домашние животные. Здесь какая-то стена, не знаю, стеночная. Отдыхающие есть, едут, а почему бы и нет, хорошее место, дорога не очень, вон они, недалеко. На выезде увидел вот такой муравейник, вот это муравьи, вот это композиция, надо делать дело. Это муравьишки. Надо же так. Придумал кто-то. Такой муравейник. Да, оригинальный. Красиво. Ничего сказать не могу. Какие-то цветы цветут. Запах такой сладкий. Не пойму. И вон вдали роза. Ветров. Как его назвать, север. Юг, восток и запад. И вот большой каменчик. Деревянные, все сделано из дерева, красиво. Ну все, наверное, всем пока, я поеду дальше.
Вот какой на въезде еще камень с вороном. Теперь, наверное, все. Всем пока.